Всем привет, друзья! С вами снова Владимир Чайкин и Таня. Поздоровайся. Привет. Мы вернулись с гор Северного Тяньшаня. Все с нами в порядке, все живы, все чувствуют себя замечательно. Поход был очень интересный, очень захватывающий, много всего в нем было. Был и трэш откровенный, было и весело, и мокро, и очень сухо, и... голодали без еды и сидели без воды. В общем, все прелести похода мы прочувствовали за это время. Спасибо всем, кто желал нам хорошего похода и счастливого пути. Это было очень приятно. Спасибо всем, кто предлагал нам помощь в Казахстане. Отдельное спасибо мы хотим сказать Алексею и Насте, которые встретили нас в Алмате. Все нам рассказали, все нам показали, подарили нам газ, который нас очень выручал в горах. В общем, спасибо, приезжайте к нам тоже в Латвию, мы вам тоже все покажем и все расскажем. В общем, походом мы очень довольны. Я похудел почти на 10 килограммов, это, наверное, для меня скорее минус, чем плюс. Но ничего, сейчас я буду набирать вес. Так получается, что завтра мы уже опять уезжаем. Мы вот буквально на полтора дня приехали в Ригу домой, чтобы переложить рюкзаки, собрать багаж и улететь в Болгарию. В Болгарию мы едем по делам, но там тоже будет маленький походик. Походик, наверное, выходного дня, скорее всего. Так что в Болгарии мы тоже походим. Вот. Материала мы отсняли очень много. Ну так, по первым ощущениям, я только сейчас перекачал с камеры все на комп. Будем сейчас разбираться, что там есть. Но выглядит внушительно. Не знаю, сколько это займет времени, чтобы все это смонтировать, подобрать музыку. В общем, непонятно, сколько займет времени, чтобы смонтировать эти видосы. Их очень много, и это будет большая, сложная работа. Я думаю, это все затянется. Потому что в Болгарии, куда мы улетаем завтра, доступа к интернету может будет, а может и не будет. Непонятно, какой он будет, быстрый, медленный, что мы там с ним сможем сделать, сможем ли мы заливать видео. Но, в общем, пока что будут выходить, наверное, старые какие-то наши заготовочки, которые мы запасли. Материал по Тяньшаню мы будем монтировать по мере возможности. Ну, конечно, в ближайшее время будут выходить уже ролики. Отсняли очень много. Отсняли и дневники, отсняли и выпуски разные, и даже какие-то выпуски а-ля выживания. Там будет все, короче, очень... Позорное выживание. Будет все, короче, будет интересно. В общем, поход удачный, поход замечательный, все довольны. Мы водили команду школьников, школьники все довольны. Вы посмотрите, что в такой длительный и довольно сложный поход могут ходить и 14-летние девочки, не только брутальные мужики, и с такими же тяжелыми рюкзаками преодолевать горы и перевалы, и все лишения, и с мужеством проходить всякие препятствия. В общем, теперь мы влюблены в Казахстан, это просто Казахстан-Мон-Амур, мы туда обязательно когда-нибудь вернемся. У нас такое борется чувство с желанием сразу на следующий сезон поехать еще раз в Казахстан, с чувством, что нужно повидать, конечно, еще и другие страны. В общем, а тем, кто писал, что в Казахстане там опасно, на вас нападут казахи, бойтесь, бойтесь, вы не правы. Лично побывал, лично видел, что люди очень отзывчивые, очень приятные и очень культурные. В общем, только приятные впечатления от этой страны. Вот, наверное, и все. Мы просто хотели сказать, что мы живы, что мы вернулись, и поход удачный, и без потерь. Ждите, видео скоро будут. Буду монтировать, буду выкладывать. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал, ждите, будет много путешествий, много интересных видосов. Ставьте лайки, комментируйте. И ходите в походы, друзья. А сейчас будет маленький видеоряд из того, что я сейчас по-быстрому успел надергать из наших съемок с Казахстана.